Так, ну что, если экономику переводят на военные рельсы, значит воровать будут вагонами. Написал я этот афоризм 9 мая 2024 года, не так давно, и угадал вообще с тенденцией один в один. Уже что, уже 12 мая снимают Шойгу, на его место ставят бухгалтера, экономиста, постминистра обороны, между прочим. Я тогда сказал, опять же, на видео записал, что говорит, туда Белоусова ставят не как министра обороны, а как бухгалтера, именно как экономиста. Для того, чтобы когда экономику переводят на военные рельсы, воровать будут вагонами, так Белоусова туда поставили, чтобы он проверил, а рельсы там еще на месте, там хотя бы рельсы там еще остались. Сейчас еще какого-то Селиванова, Севастьянова поставили тоже замминистра обороны. Это аудиторская учетная палата или что-то такое, счетная палата. Ну, короче, такого же бухгалтера, который будет считать рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. А где этот поезд запоздалый? И арестовали вчера кого? То есть у нас арестовали Тимура Иванова. Да, это у нас был заместитель министра обороны Шойгу. Преснопамятного, да, который сейчас где-то там, не знаю. Потом после него арестовали еще одного кадровика, да, и тоже за финансовые, те самые, тоже заместитель министра обороны. Как его? Кузнецов. Иванов, Кузнецов, кого нам не хватало для тройного удара? Хит-трик. Иванов, Кузнецов, Попов. Три богатыря. Попова вчера арестовали. Это, не помните, Спартак? Это тип, который моего возраста, там, он 75-го года. Тимур Иванов тоже 75-го года. Один год меня младше. Этот тип называет себя Спартаком. Генерал-майор армии. Он говорит, я Спартак, а у меня гладиаторы. То есть там между половинками мозга зазор, наверное, в Марианскую впадину. Ну ладно там. Это будут бои гладиаторов, я серьезно говорю. Это восстание рабов будет сейчас. То есть смотрите, генерал-майор Иванов, генерал-майор Попов, Иван Попов, Тимур Иванов, Иван Попов, чтобы не запутались, чтобы удобнее было писать, там, чтобы много букв разных не было в одном написано. То есть это будут гладиаторские бои в Колизее. Это будет у нас сидеть там два этих аудитора считать. А что сказал этот самый, как его, господи, это только что ж называл, Белоусов, надо на себя, смотрите, запоминать, как его зовут. Белоусов сказал, мы, говорит, то, что мы собираемся как-то оптимизировать затраты на оборону, на военные, оптимизировать военные затраты, говорит, не знаю, не обозначает огульного сокращения. Понимаете, ребятки, что вам светит? То есть сейчас пойдут усекать даже то, что у вас есть. Ну, это просто песня, ребяточки. Я так понимаю, что китайский визит завершился ничем. Вялого гнома, да, туда. И кроме хрящей говяжьих ему ничего торговать ничем не дают. Причем менять их будут, наверное, на хрящи свинячие, свиные. В общем, ребятки... Ощущение такое, что, вот я говорил, что это может кирдыкнуться уже в этом 2024 году. Наступление на Харьков прямым ходом идет в обратную сторону, уже не обратили внимания. Да, я посмотрел на карту, там сузилась там эта самая территория, которую оккупировали временно россияне. Ну, в общем, все будет Украина. Ждем Тимура и его команда, битва гладиаторов, битва восстания рабов. Ох, сейчас посмотрим, там такие веселуха начнется, я так подозреваю.